Здравствуйте, меня зовут Александр, и я расскажу о фильтрах-кувшинах Aquaphor. Водоочистители кувшинного типа, обычно называемые просто фильтры-кувшины, первый шаг в мир чистой питьевой воды. Невысокая стоимость, мобильность и простота в использовании сделали их самыми массовыми бытовыми водоочистителями. Aquaphor-кувшин всегда под рукой. В городской квартире, на даче или в офисе он очистит воду от вредных примесей, избавит от постороннего привкуса и запаха, а также обеспечит надежную антибактериальную защиту. Фильтр-кувшин состоит из корпуса, крышки, приемной воронки, в которую набирается водопроводная вода, и, конечно же, сменного фильтрующего модуля. Фильтр-кувшин прост в использовании. Вставьте модуль в воронку, промойте 2-3 раза и наслаждайтесь вкусом чистой питьевой воды. Кувшины Aquaphor отличаются не только цветом, что, безусловно, важно для интерьера, но и объемом. Вы можете приобрести фильтр, который за раз будет очищать 2,5 литра воды, а можете остановить свой выбор на компактной модели. Чтобы пользоваться кувшином было еще удобнее, Aquaphor выпускает фильтры с крышками, которые не нужно снимать при наборе воды. Сдвижная крышка-слайдер и откидная флип-флоп. Что может быть проще? Одно движение, и вода уже фильтруется. Самое сложное при пользовании кувшином – не забыть вовремя поменять модуль. И в этом вам помогут счетчики ресурса. Aquaphor выпускает счетчики двух типов – механический и электронный. Механический устанавливается в крышке типа слайдер. Каждый раз, когда вы сдвигаете крышку для набора воды, счетчик передвигает стрелку на шкале. Как только стрелка окажется в красном секторе, пора менять модуль. Электронный счетчик устанавливается в крышке флип-флоп. Его магнитный датчик реагирует на открытие крышки. Причем для защиты от ложного срабатывания, например, если кувшином захочет поиграть ваш ребенок, умный датчик не среагирует дважды, если повторное открытие произошло раньше, чем через 30 секунд. По мере использования фильтра на экране счетчика будут исчезать квадратики. После замены модуля счетчик перезапускается нажатием кнопки Reset. Aquaphor выпускает три варианта сменных модулей под различные посадки. Модули серии B105 – это фирменный тип модуля Aquaphor, и два стандартных, распространенных в европейских странах – модули B115 и модули B125. Во всех модулях используется эксклюзивная сорбционная смесь Aquaphor, состоящая из активированного угля, ионообменной смолы и волокна Aqualen. Модули этой серии отличаются большим ресурсом – 300 литров. Ресурс модулей B115 и B125 скромнее – 170 и 200 литров соответственно. Сменные модули различаются и по назначению. Кроме универсального B105, Aquaphor выпускает картриджи для мягкой и для жесткой воды, модули с усиленным бактерицидным эффектом и с увеличенным ресурсом по очистке от хлора. Итак, выбирая фильтр белый или синий, большой или компактный, со сдвижной крышкой или с электронным счетчиком, вы всегда сделаете правильный выбор, ведь этим фильтром будет Aquaphor.